Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes, baby, I'm so carefree, with a joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry, and then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know I never meant to get out on you. Life has its problems, and I get more than my share. But that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Сегодня у нас 23 февраля 2016 года. Я иду сейчас после спортзала к зубному. Сегодня у нас чудесная погода в Нью-Йорке. Плюс 7, по-моему, но солнышко вот есть. В этих очках. Сейчас я поверну камеру и будем смотреть дальше. Этот район называется Бенсонхёрст. Это такой смешанный кореян-китайский, русский, американский, латиносы. Ну тут очень много корейцев в этом районе. На каждом шагу китайские и корейские рестораны. Вот здесь вот наземное метро проходит сверху. А я иду к своему дантисту. Мне нужно сегодня поставить последние две коронки. Надеюсь, что последнее. Не буду говорить слово крайнее. Я думаю, что надеюсь, что последние две коронки, потому что я уже... Ладно, я не буду говорить. Потому что у меня уже, я не знаю, зубов там своих. Ну ладно. Идем к моему зубному. Потом Наташа сегодня здесь тоже в этом районе. Ее позвали на день рождения. Какие-то ее знакомые в китайский ресторан. Она только что прислала фотографию. Она там сидит, кушает морепродукты и суши. Вот после дня рождения мы хотим с ней поехать к океану. Что-то дали. Ну, зубы. Естественно, зубы. Что же еще могут дать? Хотим поехать к океану на пляж. Немножко прогуляться. Ну, я уже с утра все свои дела сделал, поэтому вот у меня сейчас последнее дело у зубного, и все. Я свободен, как фанера над Парижем. Вот станция метро. Это улица Bay Parkway и 85-е пересечение. Бабулечка пошла со своей сумочкой. Не сумкой, а как его, коляской. У нас тоже дома такая коляска, кстати, есть. Я ее вожу, в ней вожу белье стирать. Ну, иногда ездил раньше за продуктами, но сейчас, так как я езжу в Костко постоянно, приходится брать такси, поэтому нам сейчас не нужно в магазин. Все. Вот мои новые зубки. А можно или нельзя трогать руками? Ну все, спасибо большое. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Вот такая станция метро. Bay Parkway. 86-я улица. Китайские райончики, точнее китайский райончик, как бы я метро, он едет на метро. Где-то здесь меня ждет Наташа. Где? Наташа. Крутышка. Привет.
Не прошло и полгода. Слушай, ты такая растеряша, прям молодец, да? Нет, послушай, самое главное, что нашли. Нашли карточку. Да, Наташа потеряла карточку в ресторане. Так еще не свою. Мы сейчас на станции Coney Island. Это самая последняя станция в Бруклине. Что, Наташа? Бабушки есть бабушки. Че? Все в таких шапках теплых. Да? И говорит, вот, модничает, без шапки. Я говорю, послушайте, уже, говорю, комары скоро будут с лета, говорю. Да, да, а, да. Вы сейчас в шапке ходите и в шубе. Ну, Наташа, ты сама, ты, они тебя с собой не сравнивают, они уже все. Да, они да, уже да. Гроб оббивают тряпкой, понимаешь, материалом, так что нет. Это все зависит от... Это говорит, 80 лет бабуля, она говорит, я в этом году, слушай, сделала, поставила зубы, да. Да. Сделала два хрусталика, то есть глаза у нее сейчас видят. Да. Какой-то вырезала где-то жировик, шишку, да. Не знаю, где, хоть где. Да. И я, ну, у меня дети собрались, к ним пришла, я говорю, решила сделать пластическую операцию. И... Все, все, говорит, особенно витье в челюсти опустились. Они стали считать деньги, ну, деньги, естественно, ее, но ее же деньги тоже как бы их. Да. А дочь моя сообразила, говорит, мама, я тебе советую начать с пластики груди. Бабушке 80 лет. Я тебе советую начать с пластики груди. Сейчас я вот здесь сниму быстренько. Такой красивый вид на вон ходили скрывать. Это вот впереди Манхэттен видно. Все, идем. И что потом, Соня? Слышишь? И что она? Она что себе хочет? Пластику лицо, ну, лицо подтянуть? Но она хотела, видимо, лицо, но ей дочь посоветовала начать с пластики груди. Она говорит, мне все желание перебило. Представляешь, ой, да не представляю. Дети совсем, говорю, на родителях не думают. Об их красоте тем более. Ну что я могу? Ой. Как будто я их деньги юзу. Я говорю, да конечно, дорогие. Ну, наверное, они думают, ну, что тебе 80 лет пластику делать, деньги тратить? Ну, бабушка... Конечно, они эти деньги... Пошли дальше. Ну, бабушка, видимо, хочет выглядеть хорошо. Ну, это очень хорошее желание, понимаешь? Так у нее денег-то хрена, на самом деле. У нее еще пенсия идет в Москве. И здесь, видимо. И здесь. Конечно, пусть делает. Пусть с собой следит, правильно. Конечно. А что ей? Она хочет жить, если она делает... А послушай, а бесплатно делать зубы, там, глаза? Это все, они из них говорят. Не надо, понимаешь, да? Да. Пойдем, заходи. Если деньги есть, Наташа, почему бы не сделать? Правильно. Если нет, надо, значит, как-то найти. Да и в любом случае, очень хорошее желание, скажу, что сделать пластику себе 80 лет. Да, да. Ну, в общем, так что мы... Это... Да. Кино и немцы. Ну как раз с тобой такое время, когда ученики, ну, со школы возвращаются. А сколько времени? А, время 4 часа как раз. 3 часа, они как раз заканчивают. Нам с тобой ехать сколько? 3 остановки. Да, интересно. Там были китайцы, потом были восточные, сейчас они черные. Сейчас черные. Мы всех повидали, пока возвращаемся. Красотка, да? Какая корова? Ну, узнай, кто это? Ну-ка, подожди. Ну кто? Кто это? В смысле, какой-то актер или певец, или кто это? Ну, кто правит твоей страной? Ты что, Путин, что ли? Какой Путин? Ну, кто? Обама. Обама. Все, там белый цвет горит? Мы сейчас пришли на район Шипсхед Бэй. На канал здесь, да. Где стоят катера. Катера? Здесь летом... Браво. Это же очень популярное место летом. Это Эммонс Эвеню, да. Ресторанчики, кафе всякие. Ну, Раша. Слушай, вот здесь ресторан же был. Куда он делся-то? Что здесь будет расстроить, я не могу понять. Это будет обидно. Помнишь, здесь же был ресторан раньше? Продали, чтобы
пахнет водой, да? Слышишь, чувствуешь? Лебеди. Но здесь уже Наташа. Но это же, ну, пролив считается, да? Это вот. Это искусственный это или канал? Или... Это, ну, нет, канал. Это искусственный канал, да? Его вырывали? Это просто его вон тогда тех пор вырвали, чтобы сюда можно было ставить. Видишь, здесь стоят. А, лодки, суда, да, лодки, да, 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 судно. Частные. Да, они да. же должны стоять где-то на приколе. Смотри, в открытом океане. Есть канал. Смотри, сколько уток. Да, я знаю, каждый день. Все красиво. Модерн уже. Да, в стиле лофт. Ну, я не знаю, зачем такой дворец. И сколько там людей живет, скажи. Да там может никто не жить, лежит два человека. Ну, Наташа. Его это... содержать надо, мам. Наташа, я тебе скажу, это чисто русская душа. Это чисто, душа. Чисто русская душа. Это одни тут русские души живут, но я не знаю. Мы сейчас находимся. Может, какой-нибудь наш русский, это олигарх, вполне поедет. Мы сейчас находимся в Нью-Йоркской Рублевке, да, Наташа, я скажу? Ну, это нет. Это просто... А хотя район. Рублевка Нью-Йоркская, она находится в апстейте, там, где да. очень много зелени. Здесь же так. Здесь это тоже один из русских комьюнити, но богатый здесь. Так солнышко ярко прямо светит на камеру. Мы на побережье, да, на Брайтон-Бич. Столько много этих птиц. Да. Ну прохладно, да, скажи. Прохладно, здесь все около воды, все холодно. Прохладно, I walked in town on silver spurs that jingled too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time.